Привет, ребята, во всем мире, с вами МНКУ в эфире. И сейчас я вам впервые показываю, как я буду играть в танки. Не знаю, понравится вам этот контент или не понравится. Но знаете, мне очень нравится в танки играть, потому что на выходных я купил себе вот такую сильную машину. И она бьет 300 с чем-то уронов, если бить фугасом. Этот танк, он сверхсильный. И еще, знаете, смотрите. Когда я его купил, то у меня сразу же была самая вот сильная вот эта пушка. А вот эти я их уже докупал. То есть, чтобы начинать исследовать новый вот этот вот танк, мне нужно было с самой сильной пушки перейти на более слабые пушки. А смысла в этом я не вижу. Но сейчас я вам расскажу подробнее про свою всю технику. Да, здесь вышло какое-то обновление в виде Хэллоуина и добавили вот такой вот прикольный танчик. Если вам понравится, то я покажу, как здесь на этом танчике покататься, а сейчас я вам просто покажу, как я воюю. Это танк Т-29, его добавили уже вроде бы год назад, и он довольно сильный для своего третьего уровня, он 100 с чем-то бьет. Это А-20, я на нем уже больше половины года не катаюсь. Это Т-28, я на нем тоже больше половины года не катаюсь. Это Су-5, я на нем тоже больше половины года не катаюсь, потому что не хочется на слабых танках кататься. Хочу сначала полностью прокачать одну ветку, а потом уже начинать другую все качать. Ну, на этом танчике я люблю погонять. Вот я ему здесь даже вот такую окраску прикольную поставил. Футбол 2018. Вот так вот. Она, кстати, бесплатная была. На этом танке он мне тоже очень нравится. Он крепкий, но не настолько, сколько этот. Это Алектор, или как оно читается, я не знаю. Ну да, танк он сильный, иногда может ударить 200. Но больше всего бьет 90 с чем-то там, либо же меньше, либо же 100 с чем-то. Вот это М5 Стюарт. Я на нем уже давно не катаюсь, вроде бы год. Ну, а это ОИ Экспериментал. Экспериментал какой-то. Ну, короче, вот так вот. Сейчас мы в него положим все, что нам надо положить. Все, мы все в него положили, что нам надо положить. А теперь нажимаем в бой. И сейчас я вам покажу свою идеальную игру. Она нас на хорошую карту закинула. Четверка. Ребята, если вы думаете, что я сейчас проиграю, вы просто посмотрите, сколько здесь четвертых уровней. Они меня просто, не пробьют. Я вот могу пробить вот самого-самого слабого из четверок. Тот, который вот здесь. Вот. Я его могу убить просто с одного удара. Потому что я знаю, что у него там 300 с чем-то, но точно не больше 400. И я могу прямо его с одного удара вынести. Фугаса. Ну, фугас на этом танке — это очень хорошая штука. Обычные пули бронебойные, они не такие. Вот, то есть, у меня сейчас вот эти вот красненькие пули — это вот бронебойный снаряд. А вот это осколочный фугасный снаряд. Ну, короче, он лучше. Вот это прям показывается. Вот. Повреждение 440 и пробиваемость 60. А вот это вот пробиваемость 60 и повреждение 360. Короче, если вы парень, то вы поймете. О, какой же он медленный. А, ну и куда я приехал? Оп. Оп, оп. О, они повыскакивали. Ай, косой. Это не я косой, это танк косой. Он очень медленно сводится. Сводится это, например, вот этот кружочек. Вот он сужается. Это разброс. Ну, вот он полностью сузился. Это значит, что дальше вот этого вот маленького кружочка он уже никуда не пойдет. Ну, прям, ну, пуля, она больше никуда не полетит, кроме этого кружочка. Это он там выехал? Нет, еще не выехал. А, ох, ох, ох. Ай, да ну тебя. А, его уже убили.
бы и так по нему не попал. Оп! Лови! Ну почему я не успел? Что? Ребята, у меня уже пуля летела. Ой, ненавижу я. Вот в некоторых играх ты нажал стрельнуть, и пуля уже за миллисекунду прилетела. Нет, блин, здесь еще ждать надо, пока она долетит. Я еще пальцем ни до кого не притронулся, а счет уже 7-3. Это машина просто медленная. Да, если вы думаете, что я неправильно говорю, и нужно говорить танк, машина тоже можно говорить. Она же тоже едет. Ой, как мы медленно тащимся. Ой, зачем я такой танк купил? Ну, чтобы меня не пробил никто, но про его скорость я вообще не думал. Еще, кстати, из-за того, что он как коробка, такой здоровый, а в нем всего лишь 6 человек, это достаточно мало для вот такого здорового танка. Это мало. Ну, короче, как-то так. О, поднимайся. Прикиньте, он сейчас здесь заглохнет. Нужно будет другим путем ехать. Нет, его там не было. Там, короче, вот он опять появился. А, он там за камушками. Ну, мне кажется, что я здесь не успею по никому. Я просто ни по кому урон не нанесу. Вот я прям уверен. Потому что, ребята, сами это видите. Блин, вот было бы сейчас круто, если бы враги вырвались вперед. Прикиньте, я такой на этом сильном танке еду. И всех поубивали, а я один такой непробиваемый. О, там 1-4, его трудно пробить. Сейчас, возможно, кто-то умрет. Хоть как-то это, да? О, поднимаемся, давай. На модель, да, ну почему ты такой медленный? Да ну тебя! То сейчас того ботанчика быстренько подобью. Да куда он уже за кусты? Что не за дом? О! Опа! А что это ты такой смелый, да? Видишь, смелый какой нашелся. Ой, какой он смелый, ребята! А, он опять за домиком. Ну, короче, мы в этом с вами бою ничего не сделали. А сейчас я прыгну со скалами. А ему ничего! Ему хоть бы что. Почему делают такие тяжелые танки медленными? Это ж, блин, коробка. В эту коробку можно уместить такой двигатель. Зачем делать такую здоровую коробку? Да там уже в башню можно 2 человек посадить. Так, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Все, пуск, поехали. Уи-хи. Вот я не знаю, что я буду делать, если вот ты выключишься. Потому что камера, она умеет выключаться сама через полчаса. А я уже сколько играю? 21 минуту. А там максимально 25 или сколько, или 27. Горит. Ой, не тот взял. Фугасы, они всегда сильнее, но они пробивают меньше. Вот в этом весь мир. Фугасов на других там. Давай-ка хая! Милишпиндяй.
Вот, смотрите, подо мной есть место, там может человек проползти, а я упаду. Так, всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем стрелять. Я уже даже знаю, куда. Там обычно все время ПТшки становятся. Они где-то здесь. Нет, не здесь, а вон там. Не сюда стрелять, а сюда стрелять. Если туда стрелять. Давай, стреляй быстрей. О, я кого-то обнаружил своими стреляниями. А что это там? А, чувачок, он просто не двигается. Прикиньте, если он выйдет, что будет? Он себе даже не... Он себе даже не представляет. Да ну! Оп. Ну куда ты вот ушел? Ну вот куда? Ах, гад какой. Ребята, он на меня целился. Да, по мне уже и кто-то там другой целится. Но они меня не пробивают. Они издеваются. Сколько можно по мне бомбить? Ну не пробьете. О, меня уже, блин, даже КВшка это ценится. Я кого-то убил? Не понял, а кого это я так убил? Кого я убил? Я даже не стрелял ни по кому. Я врезался в кого-то. Ребят, вы видели, что это вообще было? Я же никуда не попал. Блин. О, вот что-то. О, ох. О, все, пока. Да куда? Ребят, вы просто видели, что было сейчас с этим танком? Ну куда он стрельнул? Ну в бок! Куда он стрельнул? А, все, я выезжаю. Мне уже здесь надоело стоять. Все, я выезжаю. Пускай по мне стреляют, но никто не попадет. Так-с. О, там Т. Т-34. М7. Я-то тебя помню, я по тебе Ой, блин, целился. Ты же гад, как он убежал тогда. Он думает, что я сейчас развернулся. А это не развернулся. Ай, короче, все, забьем его. Надо он нам? Нет, не надо. Что это наш здесь лежит? То есть, точнее, стоит. Декс. Того М7 еще нету. Ну вот и плохо, я опять... А, я же на КВ 75 урона нанес. Ну, ребят, я таки не понял. Я как-то убил одного человека. А как я его убил, если я тогда еще не нанес никакого урона? Взрыв мозга. Называется это.
Оп, он сейчас там выйдет, начнет к нам сюда ехать, потому что он не знает, где мы сейчас. А нет, он не туда едет, он туда, наверное, едет. О, ну почему мы такие медленные? Да на тебе! Подавись. А ты уже зачем пришел? Ну зачем ты так? На тебе! Ребят, вы просто видите, сколько я уже урона сдержал? Ах ты ж гад! Да куда они мне стреляют? Ой, я попал! А, все, я уже умер, можно считать. Да все, я уже, можно считать, как умер уже. Все, конец. Но это было что-то. 1495 сдерживания урона. Это как два таких здоровых танка. Это я столько урона на себе сдержал. То есть вот часть, когда по мне стреляли, это они меня столько много не пробивали. О, это столько много. Еще сейчас будет круто, если мы победим. Вот это вот будет прям очень круто. Ну, я надеюсь, мы победим. Потому что там у Тоба М7, у него там все, его уже убили. Вот. Там остался только Олекта, или как его там. Он 5 убил! Вот если бы не этот Олекта... А меня кто убил? Меня вот убил этот Олекта. Так, им здесь осталось убить только Сау. Ну, такой танк, который, то есть, стреляет вверх, его пулю не видно, а потом она просто с неба сваливается и попадает в танк. Ну, этих их легко убить. Они не умеют вдаль стрелять. У них тогда, очень плохая наводка. А вот там уже сзади Олекта. Так, ребята здесь базу захватывают. Вот надежда вся на них. Если мы сейчас проиграем, то мне не дадут много опыта. А если мы сейчас выиграем, то мне дадут прям целую кучу этого опыта. Потому что когда мы побеждаем, вроде бы в 2 или в 3 раза дается больше. Да не едь туда. Там другая ПТ-шка стоит. Ага. О, привет. Боится, он боится. Вот. О, он, тот танк он не попал, ну и слава богу. Если сейчас ты КВшка не убьешь этот танк с одного выстрела. Да, все. Ура, наконец-то. Можно считать, вроде бы, что мы выиграли. Но это еще не факт. Но он хотя бы его убил. Это уже хуже. Он фугасом там стрельнул, этот Сау. Ну, короче, вот такой. С неба пуля валится. Будем его так звать. Небо-пуля. Небо-пуля, вот. Он фугасом стрелял. Вы видели, там даже вода немножко начала гореть из-за этого фугаса. Нам бы сейчас вот самое главное, вот этому танку, КВ первому, не пропустить этого Олекта. Или как его там? Олекта вроде. Ну да. Будем его так. Оп, все. Это уже он. Ну не промахнись. Да ну! Ну хоть что-то. Так, сейчас посмотрим, если мне мало дадут. За такое большое сдержание на себе урона, это будет ужас. Так. 326? Чё столько мало? Короче, ребята, если вам понравился этот контент, пишите в комментариях, снимать ли мне еще про танки.
Или не снимать мне про танки, а потом снять какое-нибудь видео, когда я уже докачаюсь до 10 уровня, и у меня будет супер танк. Или все вам показывать в подробностях, как я это все качаюсь, как я мучаюсь над этим танком. Ну и надо, мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, продолжать мне играть в танки или показать вам, какой я буду через 2 или 3 года. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Дышь!